Сделано в НАУ вновь открыто для любителей товаров местных умельцев. Новое место и новые сувениры. О том, где на этот раз открылась выставка, которая уже стала традиционной, и что в ней нового, смотрите в следующем сюжете. Сделано в НАУ впервые была представлена широкой публике и организована в марте 2021 года. Сейчас выставка-ярмарка открылась на новой площадке. На этот раз выбор пал на современный торговый центр на Сущинского. Мы, конечно, сразу поприветствовали, что, во-первых, у нас есть свои традиции, хорошие традиции. Ну, пусть добавится еще одна, будет еще одна дополнительная такая традиция, что жители города, гости города будут приходить вот в наш торговый центр и будут приобретать здесь вот такие сувениры. Сувениры из кости и дерева, меховые шапки и варежки, различные куколки, брелоки, игрушки, всеми любимый мармелад из арктических ягод и даже корм для животных. Местные жители и туристы города могут приобрести в одном месте интересные и уникальные подарки. В общей сложности будут представлены товары от 20 производителей и мастеров. Любой желающий, кто хочет выставить свою продукцию, может обратиться в Центр развития бизнеса Ненецкого округа, и там ему с удовольствием помогут. Это достаточно значимое событие для маленьких предпринимателей, которые надомниц, которые делают эти вот сувениры, они никогда не смогут арендовать какие-то площади. Здесь мы оказываем поддержку вот этому микробизнесу, который может представить свою продукцию и продать ее. Во время обсуждения открытия новой выставки были предложены разные варианты ее развития. Помимо каталогов, Татьяна Логвиненко предложила сделать небольшие брошюры или настенные плакаты с объяснением значений ненецких орнаментов, а также какой смысл несут в себе куколки. Но и это далеко не все. Следующим этапом это у нас будет проведение на этой площадке все-таки каких-то активностей. Мы протестируем мастер-класс наших предпринимателей для жителей по изготовлению сувенирной продукции. Следующий этап – выставка гастрономической продукции. То есть она будет находиться также в этом торговом центре. Чаще всего товары такого рода покупаются в качестве сувенира, чтобы привезти кусочек ненецкой культуры тем, кто мало знаком с Заполярным краем. Но есть небольшая проблема – отсутствие брендовой упаковки. Нам надо, наверное, какую-то упаковку тогда, чтобы у вас было. Покупать сразу вот коровочки, это куда уже укладывать это все. Подобная ярмарка помогает молодым предпринимателям Ненецкого округа рассказать о своем товаре и привлечь себе постоянных клиентов. А что самое главное, любой желающий может повесить себе картину, написанную местным мастером, или приобрести себе какой-нибудь предмет из кости или меха оленя. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».